Вузы опубликовали списки абитуриентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения на бюджетной основе. По итогам приемной кампании эксперты отмечают, что сегодня наиболее востребованы медицинские направления, экология, лингвистика, информатика и вычислительная техника, строительство и электроэнергетика. А вот среди юристов и экономистов наблюдают отток абитуриентов. Видимо, молодежь, впрочем, как и их родители, понимают, что в этих сферах завышенная конкуренция. Если прогнозировать дальнейший внебюджетный набор, который продолжается, возможно, вот юристы, экономисты все-таки менее будут востребованы именно на платном обучении. То есть прогнозируется меньшее количество к зачислению на внебюджетной основе. Связывают сложившуюся тенденцию с распространенным в последнее время общественным мнением о переизбытке юристов и экономистов на рынке труда. Хотя с количественным показателем может поспорить их качество. В то же время третий год подряд отмечается повышенный спрос на политехнические направления. В современных условиях развития конкурентоспособного производства нужны высококвалифицированные специалисты в этой сфере. В неком, видимо, сознании абитуриентов и их родителей происходит все-таки вот это вот осознание того, что необходимость инженерного образования, это, ну, вы знаете, мы с вами знаем, что на всех уровнях об этом говорится, что нужны квалифицированные технические кадры, в том числе инженерные.